Всем нам известно, как долго приходится ждать всходов некоторых огородных культур. Чтобы ускорить процесс прорастания, многие рекомендуют перед посадкой семена замачивать. Зачем же это нужно? Давайте разберемся. Первая причина заключается в проверке семян, которые вы купили. Пустило корешок семя, значит, оно в порядке. Вторая причина замачивания семян заключается в обеспечении своевременного прорастания семян, когда они будут помещены в открытый грунт. А третья и, пожалуй, самая главная причина необходимости замачивания семян заключается в предотвращении и профилактике болезней, которые могут в будущем погубить ваш всход. Проращивать семена лучше всего между слоями на пестрой ткани, прочных салфеток или ватных дисков, предварительно пропитав их препаратом споробактерин от компании «Ортон». Благодаря такому нехитрому действию вы обеспечиваете профилактику и лечение грибных и бактериальных заболеваний растений, таких как мучнистая роса, фитофтороза, корневые гнили, фузариозного увядания, черные ножки и многих других. Замачивание семян происходит в течение 1-2 часов. Половину чайной ложки или 1,5 грамма необходимо растворить в 1 литре воды, добавить 1 столовую ложку сахара. По истечении срока замачивания семена готовы к посадке. Оставшийся раствор после замачивания всех необходимых вам семян вы смело можете вылить под куст смородины или полить цветы, так как споробактерин безопасен для человека, животных, насекомых и растений. Споробактерин от компании «Ортон» – это биологический фунгицид. Два активно действующих компонента в нем – это триходерма зеленая и сенная палочка –